Как я и думал. Третья часть прохождения второй стадии зоны... Чего? Короче, всем привет, будем проходить, продолжать эту долбанную долгую стадию. И знаете, что самое страшное? Она нифига не долгая, потому что это одна из самых коротких стадий этой главы. Такие вот дела. Ладно, поехали. Так, у нас есть волчара, можно подойти. А можно не подходить, да? Чаёчек, пожалуйста. О, какая прелесть. Бей своих, да, чтоб чужие боялись. Ну, блин, придется копья его ковырять. Из-за волка не достаю. Ну и ладно. Мне, в принципе, устраивает. Подожгли. Так, сколько урон? 115, не хватает. Убиваем. Тюк. Серьезно? Чувак, ты серьезно? Пипец. Кусай его за жопу, давай. Терминатора волк кусает. Смотрите, прокусит? Нет. Эть, прокусил. Все, чувак, у тебя теперь бешенство будет. Эть. Этот нас... Блин, такой, что делать? А, там волк, я боюсь. Не пойду. О, жескач. Фига тут. Харальда долбят. Так, а все, ты разрядился, и у тебя уже все откатилось. Клево, что, перезаряжайся. Так, у нас есть удар. У нас есть два удара. Что мы сейчас сделаем, смотрите. Резь. И, наверное, все. Или не все. Все. Станчик, станчик, станчик. Как тебе такой, Илон Маск? Хоба! Всех похилил, молодец. Хилбот. Я бы еще раз похилился. Ну, я, наверное, сейчас так и сделаю. Или не буду? Нет, не буду пока. Тут с копья упадет нормально. Да, теперь точно мы его с копья убьем. Че, чувак, передумал, назад бежишь? Утюг забыл выключить. Так, давайте в лицо и убегаем. Нет, не убегаем, стоим на месте, как крутые пацаны. Да, да, стоим. Че, в собаку, что ли, будешь стрелять? Ну, че такое, мужик? Собак нельзя бить, это аморально. Аморгально. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот сюда вот, если подойдем, в кровяк встанем, будет нормально. С линии атаки ушли, и все нормально. И он по нам не попадает. Копьюшка. Копьюшка. Хряц. Шикарно. Пока так. Да, чувак, тебе вообще не повезло. Там два терминатора, надо отходить. И врубать режим защиты, да. Вот такой вот. Или лучше щит. Лучше щит, наверное, все-таки. Так, хоть чуть-чуть дольше проживем. Надзор, держи! Крутой чувак, надзор тебе. Щит нас спас. А может вот так вот сделаем, смотрите. Они сейчас в рядок так встанут красивенько, и мы их забуцкаем. А? Че думаете? Ты давай дефай там Вальгарда. Как раз броню снимем. Давай, давай, в кучку, пацаны, в кучку. Как раз, смотрите, хоп, перезарядились. 6, и в следующий раз мы ходим. Норм. А этому мы сейчас, если не промажем, то всю броню снимем. Раз. Вообще, все прекрасно, все прекрасно. Раз. Да, пацаны, вы так клево стоите. Сейчас бы еще бы две мельты, чтобы броню снять. Но этого не будет, да? Так, ты попадаешь? Нифига. На одну клеточку вперед надо встать. Лучше, наверное, даже пилой. Встану пилой. Йоу. Так, попадаешь? Какой красавчик. А демон выйдет? Демон не выйдет. Ну и ладно. Так. Что бы сделать-то лучше?
В принципе, можно сделать чё? Ничего. Так, у нас 12. Нет, тогда я потрачу этот, ладно. Скинем вот эти вот две штуки. Может, что-нибудь вкусное придет, да. А ты стреляй, мужик. Надо им броню снять. Замечательно, смотрите. Чекайте. Раз. Чекайте. Два. План капкан. Да, убегает. А там еще один. Ну уж нет. И все, теперь смотрите, что мы делаем. Мы снимаем... изишной бомбой всю броню, если получится. Не очень получилось. Но теперь зато в этого мы, если будем стрелять, то будет фулл дамаг. Ну, в того, конечно, нет, ну и ладно. Тыцк, замечательно. Короче, раздамажили. Как надо. Тыцк. Другое дело, что он, может, не выживет после этого. Ну, это уже второй вопрос. Мы, если что, похилимся. Даже, мужик? Мы же похилимся? Куда ты можешь встать? В эту говяжку. Ну, вставай в говяжку. Говяжка — это говядина, а не какашка, да? Чпуньк, замечательно. Я думаю, выживем. Этот опять назад побежал. О, меня не пускают. Пошел жаловаться своему батьке. К хорнючку. Нет, я к вам не пойду, вы злые. Как я его провел, да? Отогнал. Подошел такой термосом, то такой, блин, терминатор. А, это не терминатор, это обычный пехотинец. Окей. Ну ладно, молодец, убил собаку. Что теперь? Делать будешь. Так, если у него тяжелое вооружение, то, в принципе, я думаю, он не будет меня бить. А тот миличник, значит, ему надо будет подходить. Значит, можно вот сюда вот встать и молотком дать, чтобы стан поймал он. На, замечательно. Давайте еще отойдем. Где там наш этот, брат-пилот? Это уже несерьезно, блин. На. Я говорю, очень это долгие стадии. Поэтому так оно сейчас будет у нас всегда. Я по Авахе хотел видос сделать, блин. Вот это что печально. Он, правда, коротенький там был бы. Но у меня сейчас тупо места не хватит для него. Что я уже склеить не могу предыдущие части. Чекал уже. Так, что делаем? Идем в Атакин. Тогда мы под пулю встанем, да? Или не встанем. Непонятно. Ну ладно, сюда подойдем пока. Уже лагает. А я что пропустил? Как? Что вы тут вот так вот делаете? Что исполняете? Так, демон сейчас ко мне побежит, да? У этого 11 хипов. Ну ладно, давайте вот так вот. От демона подальше. И его убьем. Следующим ходом. Уже лагает, пипец как. Шестерочка, иди, что делать? Чтоб следующий ход твой был. Все, пацаны держатся уже из последних сил. Уже хилок нету. Припасы на исходе. Блин, надо было какой-нибудь легкой картой бить. Я бы в него не попал, ладно. Веселимся. А Вальгарду пофиг, он на фулах, он один раз бьет и выхиливается полностью. Все, умирай, чувак. Можно? Пожалуйста. Молодец. И уходим с линии атаки. Чпуньк. Вот это жесть, вот это долго. Не сказать, что слишком сложно, пока вроде даже на изичах, но долго, 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 бесконечно долго. В спину такой, на тебе. Но он сейчас будет ходить, так что еще раз надо стрелять. На. Ну ты косой, блин, огнеметом не попал. Хотя я так же делал. Блин, кот снова подожгли, сейчас сдохнет.
Надо им очень это, тяжелыми какими-то мувами передвигаться. Или не тяжелыми. Сколько урона у тебя? 340. Теоретически ты его убьешь, если не лошара. Давайте проверим. Тест на лоха. Красава, чувак, ты принят. Назад. Да, это будет бесконечно, короче. Ну, короче, будем теперь как спартанцы драться. Раньше они были как спартанцы, теперь мы как спартанцы. Волну за волной отражать, пока не сдохнем. Один уже на подходе у нас. Не терминаторский, это дредноутский доспех примерить сейчас, походу. Да, мужики на взрыв не смотрят. Блин, надо было туда кидать, ладно. Мужики на взрыв не смотрят. Горит. Вальгард, все почти готово. Начинайте отходить к кораблю. Да блин, с удовольствием, чувак. Не поверишь. Я уже устал. Я уже хочу домой. Отпустите меня, пожалуйста. Верните меня на Фенрис. На это я не подписывался. А тебя я сейчас буду... Нет, не буду пилить, я буду тебе броню жечь. Тут же. Может, сагрим их и без потерь пройдем. Хотя вряд ли, да? Пока, мужик. Ты сдохнешь сейчас. Ладно, чуть-чуть не сдохнет. Это нереально. Ну, свой заряд бодрости он получил. Карты стырил, урод. Так, блин, у меня для тебя плохие новости, чувак. Ты бежишь вокруг. Потому что народ тут встал. Подождите меня, пацаны. А, меня опять... А, да... Ух ты, хитрый ход. Не трогай моего Харальда. Теперь это спасти рядового... Сержанта Харальда. Он же не рядовой уже никак. Так, а чё ты так... Маневрируешь плохо. Почему ты сюда не можешь сходить? Почему ты сюда не можешь сходить, мужик? Чё за баги? Ну, убегай сюда тогда. Ну, я реально бы тебя, тобой лучше в бок сходил. Так, стоп, я понял, почему. Потому что это не Харальд. Я дебил, потому что... Так, надо путь освободить вначале. Не, ну сейчас он это... Это труп называется. А может и не труп? Нет, труп. Смотрите. У нас потери! Один убит! Быстрее! Потому что все, водитель рукожоп не мог завести машину. Это просто жесть. Нас какие-то гопники приняли около клуба, короче, ночного. Все, принимал он. Че, еще уржать буду, если задание провалю? Все, беги давай на корабль, запарил. Клеточки плохо грузятся. Дефайся, дефайся. Чпуньк. Подожгли турель. Вы как это сделали вообще? Хоть не сломали. Просто жесть, ребят. Я уже устал. Так. Ладно, давайте перезарядимся. Сейчас еще этого потеряем. Кому 2 очка усилия? Кому только одному, давай тебе. Фью. Да лети ты уже быстрее, я уже устал. Пацаны уже жрать хотят. Они элементарно в туалет не могут. Не, они могут в туалет сходить, они же в этом. В
крутых доспехах. Ну, блин, пацанов-то забери, чё ты? Я вон всем броню коцаю, смотри. Тищ. Ладно, давайте. Да уже хватит. Сколько можно? Все уже, смотрите, прям как в фильмах. Надо вот сейчас, сейчас или идеальный момент, чтобы прилететь. Потому что они одного друга потеряли, такие, нет, мы не станем рабами, блин. Все уже, из последних сил, все, ну, кроме Вальгарда, все раненые стоят такие, щит, берет пушку. Главное, чтобы урон нанести какой-нибудь, и корабль прилетает, их забирает. И все красиво. Другу через спину стреляет. Этот тоже по нему. Тра-та-та, уже не двигаются, уже все, терять нечего. И броню на себя одевает. Ты-то одевай, ты сдохнешь сейчас. Я тебе дам, если ты сдохнешь. 10 часов геймплея зря. Рей, танкуй, давай, мы сейчас еще... О, давай, на ему сейчас, мы еще заберем напоследок кого-нибудь, да? Или не заберем, 175, это больно. Нет, 43 это не больно, а вот это больно, да. Это вообще больно. Бэмс, бэмс. Еще раз так же промахнись, пожалуйста. Давай, ну не убивай его, нет. Ну что ты все испортил, урод, блин. Капец, уродило. Чувак, у меня сейчас место закончится. Хватит ходить. Я сейчас буду магию монтажа использовать. Долбанные несущие слова. Хватит издеваться над моими десантниками. Да прилетай ты уже! Просто ход пропускаем уже. Все, 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 все. Своих жарит. Уже просто жесть. Еее! Победа! Слава Амнисии, мы готовы к отлету. Слава Русу, братья, все на борт. Все на борт, блин. Всех потеряли, блин, братьев, пока этот рукожоп тупил. Победа, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Я уже тянуть не буду кота за яйца. 17 минут, это просто жесть. Я устал. 14 левел. В следующий раз мы, наверное, прогрейдим нашего главного перца. Еще раз, всем спасибо, всем пока. Играйте в крутые игры.